Закрывай глазки. Это маленький сюрпризик тебе. А теперь открывай. Это тебе вчера, Платоша, что? Пришла посылочка? Да? Тебе пришла вчера посылочка от бабы? А это просто дополнение тебе сегодня к 1 сентябрю. Набор всяких штучек интересных. Новая акция барыни. Если хочешь, давай вот эти вот отодвинем пакеты. Сиди сюда и будешь показывать, что у тебя здесь за... Что у тебя здесь за сокровища. Вау, новая акция барыни. Я в следующем видео для вас это все про это расскажу. Обязательно. Mm-hmm. Я не знаю, что это я увидела и схватила. Что там дальше? Подводный свит Карибии. Карибов, наверное. Карибов. Подводный мир Карибов. Ну-ка, покажи. Тут такие крутые, тут есть даже светящиеся. Ну, открывай. Осилишь сам? Давай, сыночек, ты сможешь, я в тебе верю. Не срывай, на тебе нужна закладка. Погодите. Угу, убежал. Пришел? Ого! Выход. А меньше не было ножниц? Кто там тебе попал? Дельфин! Класс! А ну, подожди. А, да, здесь про дельфинов. А ну, подержи. Хочешь, я почитаю? Да, здесь рассказывается про дельфинов, написано все. Что дельфин – это представитель семейства дельфинов, который включает в себя 48 видов. В длину дельфины могут достигать до 3 метров, а некоторые виды даже до 10 метров бывают. Ничего себе, очень круто. И там еще пишется, что дельфины минимально агрессивны. Ну, это пластырь, это тебе школа, да, на всякий случай. Ты же после школы обычно куда идешь? На площадку. Да, площадку тренажерную. Это детские, да, такие пластырьки веселые? О! Детские веселые пластыри. Ты тут на ту сторону перекидывай, то, что ты уже постел. Смотрите. А что это такое, мам? Это такие сверху на карандашики одевать, чтобы было весело. Резиночки. О! Там есть всякие... Мордашки. А, тут вот лев есть. Корова. Давайте еще посмотрим, как он там есть. Давайте. К
кто там? Это... Я думала, что это какой-то чувак. Это лев. Ну, похоже на лев. Это как... О! Кто это? Не видно тигр, ничего, ты быстро сильно. Ага, тигр. А кто там еще веселенький? Корова. Корова? Ну да, рогатица. Это наша Трикси бегает. Трикси, привет. Трикси, знакомьтесь, это наша Трикси. Это наша гигантелла. Она очень большая. Она очень большая, такая хищница. И Платон как-то вам расскажет историю ее появления у нас, да, Платон? У нее есть своя история. И она такая немножко неприятная, из которой Платоша ее вытащил. Да? И даже, скажем, выкормил ее Платоша, Трикси, из бутылочки. Трикс! Мне так вот эти нравятся! Ой, ну и здорово! Что там еще у тебя есть? Это вот такой бокс. Ну да, это бокс для еды. Да. Тебе сломался этот? Крылышки у тебя отлетели? Назад закидывай. Смотрите, что. Какая-то штуковина. Это корректор, Платошка. Только у тебя был жидкий, это просто такой замазывать ленточкой. Вот он осваивает канцелярские принадлежности. Спасибо огромное. Да, пожалуйста, умная смотри. Прописи. Доставай. Новые прописи. Да, новые прописи. Там, кстати, не... А у нас в школе такие же прописи. Отлично, ну и тебе дома будет. На досуге чем позаниматься. А там, кстати, украинский, английский и математика. Вау. А что, а еще тетрадки? Ну, это тетрадки, да. Кто им это не будет еды купить? Клеточку. В клеточку, видно. Дальше. Next. Это просто бумага. А4. А4. Это формат А4. А что еще тут? Еще одна тетрадка. Ну, убирай тетрадки, как тетрадки, да. Глобус! Глобус, это игрушка, да, такая? Угу. Я очень обидела. Чем? Ну, ура, классно. О, я продвигаю. У нас свет, кстати, не очень маленький. Это включена лампочка, да? Небольшая авария случилась. Потом у тебя есть, в общем-то, могу тебе... Помогите! Та-дам! Спасибо. Это что, что ты так мотыляешь этими ножницами громадными? Все? Давай ножницы. Что? Платон борется с полиэтиленовым пакетом. Пытаясь открыть глобус. Это что, сюрикен? Да, это сюрикен. Это подставочка, наверное, скорее всего, да? Глобус там достать. Вот это запечатали-ка. Держи крепко глобус. Крепко держи глобус. Давай. Тяни. Тяни! Справляешься? Конечно. А, это футбольный мяч. Точно. Давай на подставочку. А где подставочка? Только зачем он нужен? Для красоты? Да. Что это было? Вот это глобус. Его качество? И вон отклеились все эти. Он не наносной, а это наклейка, которая к тому же еще отклеилась. Ау-ау!
глобус улетает, значит, он нам не нужен. Ту-ду-ду-дум. Чё, что? Алфавит, Абетка. Да? А хотите, я вам алфавит расскажу? Поверни, просто сначала покажи. Это такие подложки, вообще на самом деле под горячее. Бедные дети им даже вот подсовывают, когда они едят этот алфавит. Эту Абетку. Английский? Инглиш? Да, это английский алфавит. И тут сладость. Я сразу хотела вот этот вот арбуз. Ну, естественно. Таблицу умножения. Да, ну это пока прям не особенно. Но я просто так захватила на всякий случай. Пусть будет. И пазл. И пазл тебе пиратский. Давай я вот это уберу. Пиратский. Там же пираты? Покажи пазл. Прикольный пазл. А что это? Это самая главная деталь? Наверное. О, смотрите, что тут открывается даже. Она открыта. Вот. Открывается, и тут кто-то спит. А это такой пазлик. Очень прикольный. Пазл соберем тоже вместе. Вот это вот спасибо. А это что, орешки? Орешки, да. Next. Точно. И светящий еще браслеты. Ну да, это тебе бабушка по посылке наложила, да? Татоша уже оприходовал. Где там у тебя была такая большая, где ты здесь видела, длинная? Вот. Большой. У Латоши какой-то хулахо. Это что? Она отлетела. Разноцветные светящиеся где-то. Это, кстати, тоже из посылочки. Это такие ящички, да? Да. Тканевые бабах. Что-то упало. Как они ставят? Поставь. А, там внутрь вот эта картоночка вставляется. И вот такие. Для равновесия. А, ну все, ясно. Классно. А, давайте туда это все сложим. Ну давай, сложи все туда. А вообще прикольненько, кстати, что это живет? Да? Ой, это, кстати, большие рисунки по клеточкам даже. А хотите ролик, как я буду рисовать по клеточкам? Конечно, хотим. Да, Платоша здорово рисует пиксель. У нас на это вот уходит классные. Огромное количество маркеров. На эти пиксельные рисуночки по клеточкам. Дайте мне, пожалуйста. Возьмите сами, пожалуйста. Ой! Давай, я все разлетела. Опять убирать надо. Действительно, поднимайся. Ой. Тут бабушка тебе еще прислала всякие красивые одежки, да, модные. Но мы их уже не будем, наверное, показывать. Игрушки показал. Ну, еще, конечно, бабушка, что тебе прислала? Большой пакет сладостей. Да. Но Платоша их немножко уже оприходовал. А во-вторых, мы не будем их показывать, да, чтобы не дразнить других деток. А смотрите. Они видно. А, видно. Ты уже реально солдарик? К 1 сентября у нас были. Ага, точно. Что дальше? Не знаю. В следующем видео я вам покажу, что там новенького в баре, и соберем вместе пазл. Точно, отличная идея. Ну пока-пока всем. Всем пока. Всем пока-пока. Подпишитесь! Я?
ставьте нам с Платоном лайки и подписывайтесь. Пока. Всем пока.